На протяжении всей прошлой недели мы рассказывали о том, как весело и интересно проходил двухдневный праздничный марафон, посвященный 95-й годовщине образования Славянского района. Ярмарка народных ремесел, казачьи курени и фестивали кубанских угощений, парад колясок и караоке-конкурс, концерты и молодежные дискотеки. И достойным завершением юбилейных торжеств стал концерт заслуженного деятеля искусств России Игоря Николаева. Впечатления славянцев о празднике и выступлении известного артиста смотрите в материале Андрея Вишневского. Главная площадь нашего города, театральная, принарядившаяся и похорошевшая, стала заполняться горожанами и гостями города, среди которых было немало и жителей соседних районов, задолго до начала большого концерта. Люди отлично знали, что им будет предложена интересная и насыщенная концертная программа, и старались расположиться удобнее, чтобы ничего не пропустить. Они были наполнены впечатлениями от прошедших юбилейных выходных и охотно делились своими мыслями и чувствами о том, что они увидели в эти праздничные дни. Столько мероприятий, ярмарки такие хорошие, вообще все идеально просто. Все очень красиво, город хорошо подготовился, на куренях очень вкусная еда, все очень красиво, просто шикарно для нашего города. А концертная программа? А концертная программа тоже. Хорошие песни, все хорошо, звук просто прекрасен. Мне понравилось очень курени, когда заходишь, прям чувствуешь, как жили люди в то время. Было, мне очень нравится, мне энергетика это нравится. Мне нравится, когда делают пирожки, вот эти все народные блюда, очень вкусно. Славянск очень хорошо подготавливается каждый год, и нравится живой голос на концертах. Юбилейные торжества никого не оставили равнодушными. Каждый нашел для себя мероприятие по душе. Эти два праздничных дня прошли просто великолепно, здорово и хорошо. Мне очень нравится, что в эти праздники очень массово вовлекается молодежь и дается возможность выступить впервые или, может, уже в очередной раз тем, кто очень любит творчество, очень любит сцену, и это достаточно здорово. Мы гости города, но мы очень любим ваш город, бываем здесь часто, и праздник ваш грандиозный. Я вчера была на празднике соседнего района, но размах Славянска поражает. Просто невероятное масштабное событие. Все поют, все радуются. Я вот даже подпеваю под эти песни. Меня аж сердце просто трогает, на слезу пробивает вот эти вот песни. Ой, я счастлива, вот честно. Один из лучших дней в этом году. Вот я просто... Мне завтра на работу рано вставать, но я нахожусь здесь. Я просто... У меня душа поет. Я вот наслаждаюсь и радуюсь жизни. Лучшие творческие коллективы Славянского района показали своим землякам как уже известные, так и новые для них композиции. И те, и другие были тепло встречены. Ой, как у нашей сотни командир хороший, ой, как у нашей сотни да командир хороший, чернявая моя, чернобровая моя, чернобровая, черноглазая, кудрявая голова, кудрявая. С воодушевлением зрители приветствовали краснодарский ансамбль «Встреча», в творческом активе которого множество песен, давно уже вошедших в золотой фонд российской эстрады. Мы, друзья, перелетные птицы, только быт наш один нехорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты. А девушки потом. Главным событием воскресного праздничного вечера стало выступление известнейшего композитора, певца и музыканта, заслуженного деятеля искусств России Игоря Николаева. Его песни не нуждаются в особом представлении, их знают и любят как в нашей стране, так и за ее пределами. Поздравляю, все же тебе желаю, пусть не со мной так любви. Поздравляю, я жить не знаю, все же благодарю.
Для зрителей выступление популярного артиста стало настоящим подарком. Они охотно подпевали ему, танцевали и, конечно, горячо аплодировали. И совсем не скрывали своего искреннего восхищения. Песни очень хорошие, концерт мне очень нравится. Я рада, что к нам в наш город приехал такой знаменитый, известный певец, которого любят по всему миру. Это Игорь Николаев. Я рада, что он посетил наш город и не забыл нас поздравить с такой замечательной датой, как 95 лет создания нашего района. Самый лучший концерт, который я видел в Славянске на Кубани. Очень много народа собралось вот здесь. За свои 50 лет это самый крутой концерт. Очень спасибо ему. Красавчик. Песня «Королевство кривых зеркал» уже более 30 лет звучит на российской эстраде, и до сих пор она интересна зрителям и заставляет трепетать струны их сердец. Композитор, и мы очень довольны, и мы не единственные, кто танцевал, было бы места побольше, танцевали бы все. Это здорово. Все очень хорошо, очень красиво, сцена такая красивая, яркая. Как видите, очень много людей собралось, детей, молодежи, постарше собрались, так сказать, контингент. Все очень нравится, и мне кажется, очень замечательный праздник. И организация на высшем уровне. Трудно не согласиться с мнением благодарных слушателей, что концерт прошел на высшем уровне. И вот он подошел к своему завершению. Игорь Николаев поблагодарил славянских зрителей за внимание. Ура, друзья мои! Праздничный салют начался. Я просто хочу вам сказать большое спасибо. Я люблю вас, ваш Игорь Николаев. И мы вас безумно любим! Достойным завершением праздничного вечера стал великолепный салют. В темном небе распустились яркие фантастические цветы его залпов. Удачи всем и новых побед! Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События».